Уметь писать так, чтобы тебя услышали. В Чувашии стартовал прием заявок на участие в республиканском конкурсе «Профи-21». Специалистов по связям с общественностью, пресс-секретарей в разных областях ждут до 6 ноября. Конкурс проходит в республике второй раз. В этом году он расширился. Если в прошлом участники оценивались в трех номинациях – органы исполнительной власти, местного самоуправления и бизнес, то в этом принято решение ввести номинацию для студентов и учащихся 10-11 классов. Как отмечают члены жюри, внимание они будут обращать на речевое поведение, стилизацию подготовленных текстов и умение выкручиваться в нестандартной ситуации. Очный этап конкурса стартует в декабре. Помимо прочего, участников ждут и семинары от экспертов. Когда человек долгие годы занимается работой в каком-то определенном контексте, конечно, происходит определенная такой, знаете, может быть, внутренняя потеря какой-то идентичности, да, может быть, происходит эмоциональное выгорание, профессиональное выгорание вслед за этим. И поэтому конкурс – это всегда не только отсмотр такого профессионального мастерства и оценка его, это обязательно некое погружение в обучающую среду. Конкурс – это еще возможность встряхнуться, наполнить себя какими-то новыми эмоциями, посмотреть на окружение и получить те новые состояния, которые будут давать ресурс для движения дальнейшего вперед.